Акустический концерт Евгения Маргулиса от 22 июля 2022 года в клубе 16 тонн, Москва. Фото, которое я смогла снять, и видео самого концерта прилагаются. Идеальное исполнение и хоть небольшой кусочек группы «Бывшие машины времени», даже если это по природе не так. Смотрите, наслаждайтесь хорошим звуком, видео, надеюсь, вам все понравится. И ждите новые любопытные работы. С вас лайк или дизлайк. Вот этого заведения какой-то человек написал, говорит: слушай, а было бы прикольно, если бы ты вышел и сыграл 16 тонн. Я говорю: слушай, вместо 20 лет меня бы за это убили. Но сколько? 25. Но я спою. Я спою маленький кусочек перед тем, как мы начнем играть человеческую музыку. Лёшка, сделай мне гитару покруче. Сидели в баре мы как-то раз, и вдруг от шефа пришел приказ: летите, мальчики, на восток, пошли в наш удалёк. Ну, дальше идет какая-то история. А в трюме чего-то там какой-то груз. Летели мальчики побить союз. В общем, дело закончилось хорошо. Спасибо, что пришли. Я в соль мажоре жарю блюз, и если ты не теряешь.
сестренка, шипел не рубки, в дороге все до один ум. И если нечего терять, сестренка, шесть, а выйду в пять, и в дороге все до один ум. Спасибо, братцы! Вы прекрасны! Но я не могу обойтись, тем более, опять же, радостно, что Борька подгорел эту песню. Стал не бог знает кем. Кем ты должен был стать, Боря, скажи? Я учился на биолога и должен был написать кандидатскую диссертацию на тему реакции на изменение оксидации выпуска на Борьке. Но кто-то услышал это произведение и стал нормальным человеком. Одежды наши не сбылись.
Я понял горничий секреты, а
смеемся с вами, дети. Да.
Я не мог не войти тот факт, что каждый из нас должен иметь песню про поезд. У всех песни мне нужен. И потом она получилась. Писал другой, но получился РЖД Блюз. Я пришел тебе с ответом рассказать.
Thank you.
забыл про печаль. Стишок звучит так. Будь я негром преклонных голов,
или Буддой, или Аллахом. Я русский, мы выучим только за то, что им посылается. В общем, песенка получила название «Юхан». Новая песня.
Мне захотелось окунуться в историю таких 40-х годов и написать первую человеческую песню о любви. Ну, нет, вторую. Первая была посвящена Эке, а вторая вот сейчас. И... мы ее не играли ни разу. И сегодня на репетиции я ее показал. Я буду подсматривать, простите меня, я обычно этого не делаю. В принципе, конечно, я бы объявил это первым танцем. А чего ты плачешь, если все смеются? Капают слезинки на руки мои. Лет на небе солнце и радостные лица, и поют на птицы песню о любви. Лет на свете солнце, на небе солнце и радостные лица, и поют на птицы песню о любви. Мы пойдем на речку, обнимаясь сладко, сядем чудом от. Поплывем вперед. Ты расскажешь сказку, я отвечу песней. Как люблю тебя, как же мне везет. Ты прочтешь мне сказку, я отвечу песней. Как люблю тебя, как же мне везет. Мы увидим остров, маленький земля. Надо на пульване стареньким рыбам. И пойдем на берег нашей жизни новой. Будет сильно, будет только так. Мы пойдем на берег нашей жизни новой. Будет хорошо и будет только так. Так или иначе, и не по-другому, и не как другие, те, кто просто так. Ты моя русалка, волосы густые, я влюблен тебя, как простой моряк. Ты моя русалка, волосы густые, я влюблен тобою, как простой моряк. Заходи. Ты со мной тоже, а никакой силы нас не различила. Будь со мной строже, хоть ты и моложе, возраст не мешает мне тебя любить. Будь со мной строже, хоть ты и моложе, возраст не мешает мне тебя любить. А мне вчера позвонил мой дружок близкий и говорит: слушай, вместо того, чтобы ты звонил, одна компания пришла сюда праздновать день рождения. У девочки по имени Ира Романовская сегодня юбилей. Ей исполнилось 18 лет. В принципе, конечно, я могу исполнить радостную песню для нее, а могу исполнить свою полурадость. Thank you.
Thank you.
вместе с нами жили, о, мой мальчик. Вместе с нами жили. Распусти свои клещи.
свадебную компанию. Вокал! С девичьей нежной песней. Брат, так делать не пойду. Друзья, придут навести
пропускай. Ты голову не опускай. Вспомни, вспомни Шанхай. Thank you.
Вы кайфовые, от вас уходить не хочется. А мы сыграем вам еще одну песенку. На любви, посвященную вам. Вы отличная публика.
что?